with Robofork, you will ask me. Here are the figures to which you eventually will come using my strategies. But let us see my own results. Here is my... Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Геннадий Бабак. Я показываю вам старое свое видео, достаточно давний по времени период. Делаю это для того, чтобы показать вам, с чего как бы все начиналось, и показать в развитии свежую версию торговой стратегии RoboForex, которая была создана буквально вот несколько дней назад. Значит, что это такое? Прежде всего упомяну о том, что стратегия работает для Дукаскопи банка, то есть для счетов, которые открыты в швейцарском банке. Мы давно работаем с этим банком, очень много лет, я даже не помню, уже 8 или 10. То есть, кому интересно почитать о банке, я дам ссылочку в описании к этому видеоролику. То есть, как бы, у вас не будет никаких проблем ни с заводом денег, ни с выводом денег. И самое главное, у вас не будет проблем, связанных с исполнением, собственно, да, заказов, ордеров и так далее. По Робофорексу, значит, я в принципе дам ссылку на вот эту страничку, потому что здесь есть форма оплаты, да, переходная форма оплаты. Но те видео, которые здесь показаны, они, конечно, немножко уже устарели. Я покажу вам свежую версию Робофорекса. И сделаем мы это таким образом. Сегодня вот 3 сентября, прокатаем всю недельку, вот как бы всю прошлую неделю, покажем, как отработала бы машина. Видите, например, с понедельника 27 и по пятницу 31. Потому что как бы это самый такой наглядный вариант, и объяснить, как работает стратегия, и показать ее результаты, да? Что вы бы получили. Самое главное, что это полностью автоматическая стратегия. Причем присутствует сейчас два варианта. Для тех людей, которые хотят использовать торговую стратегию просто как сигналы, это будет даже дешевле. То есть сама версия тайморы, которая позволяет это дело крутить в режиме демо, вот то, что вы сейчас видите, да, она стоит $100 в месяц. Поэтому вы можете приобрести стратегию, установить ее и просто в параллельном режиме, то есть если вы находитесь за компьютером, да, грубо говоря, во время торговой сессии, вы можете наблюдать за сделками, которые осуществляет машина, да, и просто дублировать их, если они вам понравились. Если же вы хотите использовать полностью автоматическую версию, то, что я сейчас делаю, то есть я нажал на кнопку и все, дальше идет connection с Дукаскопи банком, то она будет вам стоить и сама версия дороже, то есть как бы сама стратегия, вот эта вся, весь этот набор будет стоить вам на $200 дороже разово, да, это будет стоить $500. И сама ежемесячная подписка от Алекса Морриса, создателя, разработчика, гениального и трейдера, и программиста, который создал Таймору Про, будет вам стоить дороже, то есть $200 в месяц. Но это полный автомат, то есть вы включили, занимаетесь своими делами и можете вообще туда не смотреть. И практически за редчайшим исключением вы заканчиваете день в плюс. Собственно, для этого я хочу вам всю неделю показать, как это было бы вот на прошлой неделе для вас. Что еще мы как бы делали для того, чтобы это было удобно? Самое главное, что вам ничего не придется тут сильно выдумывать. То есть вы, грубо говоря, устанавливаете сюда максимальный evaluate risk. Это вы устанавливаете размер вашего депозита. В данном случае это 3000, ну, с плечом 100, соответственно. Вы можете ограничить машину по количеству позиций, которые она открывает. Да? Вот, например, максимальное открытие позиции 5-6, она не больше 5 откроет, ну иногда 6. Если там волатильность была высокая, она не успела отработать, то есть 5-6 откроет. Вы можете поставить Total Dollar Target, это лимит потерь дня, который вы устанавливаете для этого депозита. Можете ставить такой, можете никакой не ставить, не проблема. И Total Dollar Target, это вы можете установить Take Profit, по которому стратегия автоматически закроет позиции и выйдет в режим как бы офлайн, да, то есть все будет закрыто. Например, вы там поставили себе там 50 баксов в день, или 70, или 170, или 370, да, она отработала, закрылись эти позиции в плюс, и все само выключилось, все позиции закрылись здесь, закрылись на Дукаскопи банке, окей? Для этого это сделано. То есть то, что вы сейчас видите, это ускоренный в 10 раз режим прогонки понедельника, да, вот с этой стратегией.
И мы видим, что, например, вы могли бы делать как трейдер. То есть, если бы в этот момент вы находились за монитором, то вы можете, в принципе, сделать вот так. Да, по позиции, которые перешли в плюс. Машина это сама сделает, но у нее есть алгоритм, там, по-моему, 25 пунктов она должна пройти в плюс, и она переводит в безубыток, там, плюс 5, вот эту всю позицию. То есть здесь эти все моменты и так сделаны. Ну и так далее. Вот, собственно, дальше еще один момент, который я хотел рассказать. Здесь есть такая кнопка Position Lock. Position Lock позволяет вам делать анализ, ну, это больше для меня нужно, как для человека, который создает стратегии, ну, даже вы можете видеть такие вещи, как, например, какая максимальная просадка была вот в течение дня, здесь было $12, да. Это не то же самое, что максимальный минус, который сработал, потому что здесь стопы есть, тут минусы срабатывают, да. То есть, сколько минусов было, какая максимальная просадка достигалась, какая прибыль была максимальная в пунктах, да, и в долларах, и так далее. Это мы для себя сделали с Алексом, чтобы наблюдать и совершенствовать стратегии, да. Этот набор конкретной стратегии, он создан, вот это именно, он и называется sell-off, он создан для тех, для работы на продажу. То есть здесь есть алгоритм, мой авторский алгоритм, который зашит, он ждет определенные сигналы сканера, вот эти сигналы. Ну, не конкретно эти ждет, я имею в виду, что сначала отрабатывает сканер, потом подключается менеджер стратегий, который мы специально для этого создавали, и потом все оно работает. Хорошо, понедельник у нас плюсовой, давайте, чтобы не занимать много времени, двигаемся дальше. Вторник, да, надо прокатать всю неделю, посмотреть, как вела себя бы машина в этом случае. То есть еще раз говорю, что все, что вам надо сделать, это нажать на кнопку «включить эту стратегию» и все. То есть вы можете это делать просто тупо с утра. Ну и будем наблюдать. Я пока покомментирую. Вот, то есть как бы основная задача, которую я перед собой ставлю, это чтобы трейдинг не занимал, даже интрадей трейдинг, чтобы он не занимал время трейдера, потому что, ну, тратить время на изучение графиков, если вы занимаетесь этим год-два, вам это может казаться прикольным. Но если вот уже 10 лет, как я, ну, вы понимаете всю бесполезность и глупость этого занятия. Да, то есть, грубо говоря, если вы знаете какие-то паттерны, которые реально приносят прибыль, то вы можете, вот как я это делаю, пробовать их зашивать в свои стратегии. Если же вы просто каждый день будете пытаться что-то ловить, что-то выдумывать, зависеть от вашего результата, зарабатывать там 300% и так далее, то это всегда заканчивается одинаково. В какой-то день вы, день, два, неделю, две, у вас все круто, а потом хлобысь, и как обычно, вы сливаете, и до свидания. Поэтому то, что мы делаем с тайморой, как раз и нацелено на то, чтобы есть паттерны. Например, я примерно где-то раз в полгода просматриваю какие-то свои записи, старые идеи, смотрю и так далее, потому что проект этот готов на 100%. Делать тут особо ничего не надо, но стратегии все равно приходится подстраивать. Во-первых, и моя ментальность меняется немножко, как человека, и как трейдера, и как просто, не знаю, опыт все-таки он добавляется. Второй момент, что сам рынок немножко меняется, то есть летом это один рынок, осенью это немножко другой рынок, ну и так далее. Но базовые алгоритмы, базовые паттерны, которые как бы присутствуют в рынке всегда, вы будете видеть в любом рынке, в любое время дня и года. Для этого, собственно, и создаются роботы, которые выполняют вот эти вот все функции. Как видите, здесь что происходит? То есть машина, вот эти минус 12, это ордера, которые еще не выставлены, но машина уже отслеживает ситуацию. Вернее, он даже выставлен, да, но не сработал по той или иной причине. Не зацепило его, грубо говоря, да. Нас это мало колбасит, потому что когда надо, его зацепит.
Мы это увидим. Ну, вот сейчас, например. Эта стратегия использует стопы. Скажу честно, что ситуация со стопами, есть два мнения, и оба эти мнения, они имеют под собой, скажем так, место быть. То есть, что и там есть свои плюсы и минусы. Работа без стопов возможна, когда вы там компенсируете минуса плюсами и так далее. Но мой личный опыт работы с людьми показывает, что если я даю что-то компенсаторное, вот, например, как работы с графиком спреда нескольких пар там, и так далее, все равно люди лезут руками, меняют алгоритм, меняют дельту, и получается, что все равно включается человеческий фактор. Поэтому эта версия, видите, она очень простенькая, она работает со стопами, стопы выставляются, но сам алгоритм построен таким образом, что стопы срабатывают достаточно короткие. С другой стороны, когда у вас есть захват как бы тренда, то есть вы когда вы попадаете, машина попадает в плюсовую позицию и ситуация развивается, то там движение в пунктах гораздо больше, чем стопы. Да? То есть как бы за счет этого происходит переход вашего дня, собственно, в плюс. Да? То, что мы сейчас вот наблюдаем. Опять же, машина сама перетаскивает потом стоп в безубыток. Вот этот вот стоп, который достаточно дальний, он стоит по high-low of the day, да, то есть по правильной системе, что минимум, максимум дня. Никак по-другому стопу вы, если вы работаете по дням, там не выставите. По правильной схеме, да. Но как только ситуация начинает развиваться в вашу сторону, проходит определенное количество пунктов, машина перетаскивает в плюс 5 без убыток. И, соответственно, эта позиция уже обезопасена. Это делается автоматически. Окей. Ну, собственно, это у нас вторник, да, был. Давайте дальше двигаться. Там практически можно весь день сидеть. Оно будет иногда в плюсе, иногда в минусе. Но я просто хочу прокатать всю неделю, чтобы вы видели, как работает машина. По поводу, собственно, цен, повторяю, у вас есть два варианта выбора по самой Таймори. Ну, во-первых, немножко о Таймори. Таймора – это золото, это просто тупо золото. То есть, как бы, если вот включить все, что она умеет делать, вот идут, пойдут сканеры, да, только ради этого можно платить сотку баксов в месяц. Вот только за сканер. Если вы знаете, что с ним делать, грубо говоря, да? Все эти сканеры настраиваются. То есть, если я хочу, например, ну, пока машина там работает, я покажу вам. Если я хочу, например, взять активный тренд, и меня интересуют только покупки, я сделаю вот так. Машина будет давать все, что активно растет, все, что идет в... Все таймфреймы плюсовые там и так далее. И будут давать звуковые сигналы, если вы захотите, и так далее. Okay? Если вас интересует какой-то конкретный паттерн, например, брейкаут консолидации, опять же, больше это используют люди, которые торгуют акциями, но мы тоже можем. Вот 30-минутная консолидация, брейкаут, вот он, видите. Сразу же предвкушаю вас, ваш вопрос, можно ли сделать робот, который использует этот сканер? Можно, но он будет хуже по результатам, чем то, что вы видите сейчас. То есть за эти годы, повторяю, работы, попробовано огромное количество всевозможных вариантов. И вот на данный момент, сегодня, вот эта неделя, которую мы сейчас с вами вот, кстати, вот позиция, видите, перешла в безубыток, плюс 5, и дальше уже все в порядке. Так, это у нас что было? Это у нас была, по-моему... Среда, да? Давайте прокатаем дальше. Да, четверг. То есть я хочу всю неделю вам показать. Сейчас продолжим беседу по поводу стратегии сканера. Всевозможные варианты пробоев, консолидации, поиска этой консолидации, разворотные паттерны, паттерны на buy, паттерны на sell. Вот все, что любые мысли, которые вам могут прийти в голову и которые вы еще не
можете даже представить, мы за 10 лет, можете себе представить, да, мы их попробовали. И пришли к выводу, я лично пришел к выводу, что как бы, ну, первое, профессия трейдера – это профессия, ребят, то есть как бы от любой профессии устаешь, честно скажу, то есть что всегда лучше все-таки тратить свое время на то, что потенциально дает вам, не потенциально, а, во-первых, то, что вам нравится делать. То есть это не должно быть только ради денег, окей? Второй момент, что тратить свое время желательно на то, что дает вам в дальнейшем пассивный доход. Поэтому вот у меня на блоге ProfitMoney.ru, если сейчас увидите, что основные всплывающие окна – это не про Форекс, это про программы пассивного дохода, которые приносят прибыль, и они есть. Кому интересно, заходите на ProfitMoney.ru. Я, кстати, покажу вам и почитайте, например, такую вещь, как Featured Pro. Да, например, эта программа дает 0,5% в день на инвестицию, не тратя никакого времени. Там есть свои нюансы. Вот здесь программа пассивного дохода, Featured Pro. Вот калькулятор доходности, например. Пока машинка там отрабатывает этот день, давайте посмотрим немножко, что это такое. Она здесь, этот калькулятор, он немножко, скажем так, устаревший, но я внесу те коррективы, о которых мы с вами можем сейчас говорить по современной ситуации. То есть, например, если у вас есть там $1500, здесь один минимальный взнос, это один пакет $50. $1500 это у вас 30 пакетов вы можете купить, это рекламные кампании такие разные и так далее. 365 дней, давайте проведем оценку, сколько бы мы заработали. Это с учетом реинвестирования. То есть, например, $50 заработалось, мы их реинвестируем. Вот, вот как это выглядит в данном случае. Вот $1500, новый AdPack, видите, новый пакет. Как только 50 баксов тут заработалось, бах, он покупается. Тут уже, соответственно, не 30 пакетов, а 31 и так далее. И вот наших 365 дней вы вложили $1500, на выходе у вас 6. Реально этого не будет. На выходе у вас будет в 2 раза больше. То есть будет не 1500, а 3, да, за год. То есть это то, чем я занимаюсь, это то, что параллельно у меня сейчас стоит, да, и оно работает у меня уже, по-моему, больше года, вот, и работает великолепно. Кому интересно, ссылочку, опять же, на эту статью я оставлю в описании к этому видео, окей? Давайте возвращаемся, что это у нас, четверг, да, тут у нас, окей. То есть в течение дня у вас будут такие вот флуктуации вверх, вниз, в минусе, в плюсе. Но основная цель, повторяю, которая ставилась, это то, чтобы когда вы в плюсе, машина давала возможность этому тренду двигаться. Да? То есть она подтягивает там стоп, у нее есть тейк-профиты разные на разных уровнях. Видите, вот здесь из 12 микролотов на первом уровне тейк-профита закрывается всего лишь один. Да, то есть как бы дальше через какое-то чуть большее количество пунктов закрывается там 2, 3, 4 и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы забираем весь практически тренд, который нам позволяет взять рынок в этот день. Okay. Вот так выглядят стопы, которые выставила бы машина в данном случае. Видите, вот максимум дня чуть-чуть дальше. Из 5 дней, в принципе, все 5 дней, по идее, ну, недели рабочие у вас должны быть в плюсе. Есть единственный только нюанс, что вы вот здесь, когда выставляете Total Dollar Stop, вот это Total Dollar Target, это лимит потерня, вот это окошко, то здесь надо аккуратно, потому что если вы выставите его слишком маленьким, да, то рынку, ну, вашей машине просто не хватит времени перевести это все в плюс. Потому что какие-то сделки, вы же поймите, она открывает сделки по алгоритму, который у нее записан. Если в этот день, ну вот этот алгоритм, да, если в этот день у нее, грубо говоря, сработок на стоп было больше, чем у вас там этого стопа, а этот стоп, в принципе, он высчитывает, мы можем его посчитать как бы в зависимости от вашего депозита, и точно так же мы можем выставить лотаж, лоты, подсчет лотов по-другому немножко.
да? То есть, поэтому, в принципе, для людей, которые хотят ставить это дело на реал, я беру на $200 больше за робот. Просто за робот, потому что я понимаю, мне придется для них все-таки что-то доделывать, да? Хорошо, здесь тоже все в порядке, двигаемся дальше. И последний день у нас пятница. Этой недели, да? То есть, два варианта. Вы можете ставить take profit дня, например, на уровне... Опять же, как знать, например, на каком уровне? У вас это будет зависеть от того, какой у вас входной лот. Входной лот машина высчитывает автоматически в зависимости в процентном соотношении определенный процент от депозита, который вы туда пишете. То есть вы фактически записываете только одну цифру. Это ваш депозит, все остальное машина считает сама. Ради этого она создавалась, да? Вот, чтобы исключить все вот эти лишние факторы. Вообще, чтобы у вас все было на автомате, чтобы за вас как бы все посчитали люди, которые потратили на 10 лет больше жизни в это дело, вложили, чем вы, да? Которые чуть-чуть более опытны в этом плане. Вот машина ждет, например, пятница. Видите, не очень активное утро у нас было. Она выставила только по доллар-франку. Ну, позиция австрал-франку сработает. Сейчас тоже. Давайте посмотрим, что мы ищем. Ну, это паттерн продолжения. В данном случае паттерн продолжения сельной недели. Там, видите, дни. Это таймфреймы наверху. Вот минуты до дневного таймфрейма. И это именно стратегия, она работает как раз на продажу. В моей карьере самый такой именно на реале хороший месяц был именно когда я работал с продажами. То есть, ну, я покупал, правда, на максимумах, продавал дальше с усреднением и так далее, без стопов. Но это рискованная стратегия, вот она как раз показана на profitmania.ru, но я ее не буду даже вам предлагать, потому что там надо целый день находиться за монитором, следить, рисковать, бояться, переживать. Это того не стоит, поверьте мне. Лучше, если вы будете делать с депозита, там, я не знаю, $3000, $50 в день, там, на 20 дней, это та же $1000, этот робот легко позволяет это делать, да? Чем вы будете, но вы не будете переживать, вы не будете тратить время, просиживая за компьютером, то есть вы будете заниматься дальше, чем хотите, то есть как бы, что я настоятельно рекомендую, не тратить максимум, то есть найти для себя какую-то стратегию, которая вас, ну, если вы не можете позволить себе эту, например, сейчас, выберите для себя среднесрочную какую-то стратегию, которая вас устраивает, которую вы понимаете, да, и пользуйтесь среднесроком, долгосроком. Если у вас есть возможность работать с нами, то есть, что имеется в виду? Первое, это купить саму стратегию, это будет, если на реал $500 стоит, если на демку может быть 300, посмотрим, надо разговаривать, выходите на связь, будем общаться. На демке сама платформа, вот этот весь комплекс, который вы видите сейчас, будет стоить $100 в месяц, это сама платформа, я с этого ни копейки не имею. И если это будет реал, то это будет $200 в месяц. Ну, то есть, грубо говоря, полнедели, неделю вам придется на депозите там $2000-3000 тратить на то, чтобы отбить стоимость, собственно, тайморы, да, но она зато работает. И один из моментов, почему именно мы выбрали Таймору, она никак не связана как бы с брокерами, то есть вы просто подключаете котировки через API соединение, то есть здесь ему нет смысла что-то там занижать, мухлевать и так далее. То есть если исполнение через API идет нормально, а на докоскопе идет идеальное, то у вас нет конфликта интересов ни с кем, ни здесь, ни с брокером, то есть все в порядке, правильно? Поэтому выбрали Таймору. Она стоит денег, но это единственный софт, которому я, в принципе, доверяю. Это точно не MT4 с их жуликоватыми плагинами, там, задержки потока, еще какой-то хрени и так далее. Ну, как мы видим, у нас все дни недели плюсовые были, все в порядке. Дай бог, чтобы у вас получилось на реале вот так вот нажать одну кнопку и получить такой же или хотя бы примерно такой же результат. Окей?
На этом, в принципе, буду заканчивать. Ссылки на описание этой стратегии я дам в описании к этому видео. Выходите на связь, задавайте вопросы и покупайте стратегии. Я надеюсь, что они принесут вам реально сэкономить время, деньги и дадут положительный результат. Всего хорошего, до следующего сеанса.